мы в КВН хотим показать вам, что мы умеем. Мы очень красивы, умны и забавны. Давай веселись и пой вместе с нами. Музыкальный колледж, да, он заводит всех всегда. Музыкальный колледж. Только мы не смеемся над словом «пюпитр». А такой случай мог произойти в любом торговом центре. Смотри, какая юбочка, смотри, какая кофточка, смотри, шуба. Смотри, как туфли моего размера, на них еще и скидка. Музыкальный колледж. Только мы можем начать драку из-за того, что аккордеон назвали гармошкой. А теперь случай в семье. Дорогой, а куда ты дел нашу зарплату? Я сына в учебник по татарскому положил. Что? А если он их найдет и потратит? Не потратит, он его даже не открывает. Смотри. И туган музыкальный колледж. Только нам соседи вместе с ударами по батарее кричат «Браво!». А сейчас представим такую ситуацию. Что бы было бы, если бы в музыкальном колледже открыли отделение ночных клубов и тусовок? Здрасте. Танцпол покрасьте. Ходите. Так, Иголкина, что сегодня сдаем? Мы сегодня сдаем. Ах, да, сдаем. Туса гоу. Тяните флайер. Читайте вопрос. Текст песни выгол наизусть. Я слушаю. Выгул, выгул, выгул. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спасибо. Теорию вы знаете. Перейдем к практике. Предположим, вас не пускают в клуб. Ваши действия. Ну, укушу охранника, зайду в клуб. А если вы еще не успели выпить? Такого еще не было. Следующий вопрос. Тусовка в самом разгаре. К вам подходит несимпатичный молодой человек. Ваши действия. Ну, возьму сумочку и пойду припудрю носик. А, нет, возьму подругу, и мы вместе пойдем припудривать носики. Ну хорошо, 3 с плюсом. Ну, Мегафабриковна, ну пожалуйста, ну хотя бы 4 с минусом. Ну что, Мегафабриковна, я уже 18 лет Мега и почти год Фабриковна. Ну, Мегафабриковна. Нет, нет, нет. Музыкальный колледж. Только у нас человек, который играет на инструменте за 400 тысяч, может жить на стипендию в 600 рублей в месяц. Говорят, что рыба гниет с головы. Итак, представьте, очень плохой преподаватель. Ну, с третьей цифры. В смысле? Ты тупой? Нет. Третья цифра у нас какая? Три. Скажу три, играем, понял? Понял. Ты возьми до, ты возьми фа, ты возьми мясо, колбасы, сделай мясные тарелки. Ты возьми водочки, вечер посидим, думаю, все будет нормально. Так. Блин, опять спам. Алло, здравствуйте. С Петром Сергеевичем соединю, сейчас соединю. Извините, кажется, нет на месте свидания. Фух, пронесло. Чё, задолжали кому-то? Как дал бы. А на 150 тысяч стоит так-то? И ты чё, я трёхгодовалую приору в руках держу, что ли? Так, ребят, я чё заходил-то? Скоро Новый год, корпоративы, подзаработаем. Как? Мы же раньше только на похоронах играли. Ну ты чё, новогодние корпоративы не знаешь, что ли? Кого?
Петарды шлепнет, кто салатом траванется. Итак, с третьей цифры. В смысле? И что хотелось бы сказать в конце? Это была наша первая игра в студенческой лиге, и надеемся, что не последняя. С вами была команда КВН «Два такта до репризы». В смысле?